Идите сюда, дружней. Вот так мы встречаем гостей и друзей. Гостей, друзей и год экологии встречают в 4-м детском саду «Семицветик». Именно экологической тематике посвящен традиционный конкурс стихов, который проводится весной в детском саду. Масла крепла веточка, смотрела в синеву. Обломили веточку, бросили в траву. Это финал конкурса. Предварительно выбирали лучших чтецов в каждой группе. Садики также принимали участие в акции «Покорми птиц зимой». И некоторые стихи сегодня звучат словно впечатление от акции. Мы столовую открыли, воробей, снеги и сосед, будет вам зимой обед. О сохранении природы и любви ко всему живому рассказывают воспитанники «Семицветика». Жюри поощряет артистичность и творческий подход. Смотрю на глобус, шар земной, и вдруг вздохнул он как живой, и шепчут мне материки, ты береги нас, береги. Излечит, обогреет, накормит русский лес, а будет жажда мучить, то мне лесовичок среди зарослей колючек покажет родничок. Все чтецы, принявшие участие во втором туре конкурса, награждены благодарственными грамотами. Теперь мы точно знаем, что в нашем детском саду море талантливых детей. И сегодня никто не уйдет без награды. В течение года планируются и другие экологические праздники и конкурсы.